Всем привет! Это следующее видео про еще одну цветущую максиллярию. Она, кстати, цвела еще и летом. Что-то вот ей приспичило по одному цветочку. Я уже забыла, когда же она должна цвести. Да, вот еще подписала, что она цветет и в 11-м, и в 12-м. И сейчас у нас первый месяц, да? Но я делала видео и обзора, по-моему, и там она мелькала. Это у нас максиллярия вот такая вот. Я ее покупала в 2019 году, когда была выставка в Токио всемирная. В этом году ее нет, потому что всемирная, ну, никак не получается из-за того, что не могут приехать иностранные магазины, да? Поэтому будет небольшая из наших продавцов, из наших магазинов, из наших теплиц, которые тоже обычно приезжают. И я вот думаю, ехать мне туда, не ехать мне туда. Конечно, когда всемирная, это что-то, вот кто не видел, посмотрите, есть в плейлисте. Или я добавлю в конце этого видео ссылки. Это, конечно, когда на стадион выставляются и магазины, и плюс выставка, и плюс тебе и гуляние, и любование, и можно делать какие-то покупки. Это, конечно, там можно гулять несколько дней. Приезжают туда девочки из России, тоже я видела. Из Украины навряд ли. Ну, вот как я думаю, те, кто девочки поближе. Тоже за орхидейками. Вот в этом году даже не знаю, поедет кто-то, не поедет. Будет довольно-таки скромная. Но я не о том, да. У нее вот я кручу, верчу. В общем, смотрите, черные. Если ее не на свету держать, а вот просто в комнате, да, они, конечно, черные-черные. Если она на свету, то, конечно, там выдается такой вот темно. Это какой же у нас цвет-то будет? То есть виден этот оттенок, да? Ну, вот такой вот он, черный цвет. Кстати, на счет запаха. А вот запах я не слышу. Не слышу. Может, она вообще не пахнет? Вот кто, у кого есть, подскажите. Мне как-то она маленькая, стоит на верхней полке, и у меня руки, в принципе, не очень-то доходят, чтобы ее взять, понюхать. Полил и пошел дальше. Она как бы вот, у меня есть черная орхидея, да, и греет душу. Такая мелкая, такая маленькая. Она стоит на, вместе с вот этими вот максилляриями. Перед этим будет видео про них. На светлой полке. То же самое посадка, глиняный горшок, мох. Тут сверху я пыталась положить тоже мох, который собирала в этом в парке. Но здесь он не прижился, как вот, например, в том, да, там зелененький есть. Бывает, то приживется, то не приживется. Здесь у нас есть старые бутончики. Вот она цвела уже, кое-какие поотпадали. Новые ростики растут. Уход за ней, если будет кто спрашивать, ее не пересушивать, но она у меня пересыхает, поэтому, может быть, и бывает, что бутончики отсохнут. Бывает, что пересохнет, никуда не денешься. Летом полил слишком жарко. Я беру такие критические, да, месяца, например, лето, когда сильно жарко, ты полил, а оно уже опять все сухое. Конечно, может пересохнуть сразу же. Или зимой точно так же, вернее, не точно так же, а наоборот, из-за того, что холодно, прохладно в теплице, где они стоят. Я их поливаю раз в неделю. Ну вот сейчас, например, выходные, да, новогодние, я еще выходная, поэтому я всех поливаю каждый день. Потому что на солнышке, в теплице нагревается 25, 27, 28. И все хорошенечко просыхает до вечера. А вот когда я буду на работе, у меня будет возможность поливать их только раз в неделю, когда у меня выходной. Поэтому они будут пересыхать очень сильно, но ничего, выдерживают.
В общем, вот такая вот зацвела черная у меня максиллярия. Я надеюсь, что видно, потому что мне отсвечивает. Я еще раз попыталась ее понюхать. Нет, я не слышу запаха.